Выезды из города по-прежнему перекрыты. На Ленинградском шоссе всех желающих уехать останавливает полиция. К слову, таких достаточно много. За 15 минут попытку выехать из Одессы сделали 3 легковых автомобиля и 1 микроавтобус. Таким образом, патрульная полиция помогает коммунальным службам. Чтобы коммунальщики и машины могли свободно очищать трассу. Вот. И в связи с этим мы никого не выпускаем, кто хочет выехать за город, так как там загружено все в связи с погодными условиями. Как они могут застрять, и если, допустим, техника приедет, то есть невозможно будет прочистить дорогу. При этом в Одессу пускают всех, кто едет из области, если, конечно, им удалось доехать. Исключение – большегрузный транспорт. Поэтому фуры сейчас выстроились у въезда в город в большую очередь. Что касается трассы, сейчас она практически пустая, там метель и сильный ветер. Ехать по-прежнему опасно, дорога покрыта льдом. В настоящий момент там работает снегоуборочная техника.